Оборот по инвестиционным счетам, открытым жителями Башкортостана за 7 месяцев года, сократился на 23% до 20 миллиардов рублей. При этом в целом по стране обороты по ИИС увеличились на 16%. Об этом сообщили представители Московской биржи. По объему оборотных средств республика занимает 11 место среди других регионов страны. Возглавляет список Москва с показателем в 320 миллиардов рублей. Среди регионов Приволжского федерального округа лидирует Татарстан с объемом в 55 миллиардов. Самым популярным инвестиционным инструментом в Башкортостане стали акции. 88% сделок приходится на них. Еще 8% на операции с биржевыми фондами и 4% на покупку и продажу облигаций. Участники рынка отмечают, снижение активности инвесторов связано с ограничениями торговли ценными бумагами с марта этого года. В первую очередь из-за того, что вот это окно торговое было сокращено. Второе, в целом клиенты стали реже торговать. Более того, как вы знаете, месяц в марте клиенты вообще не могли торговать ни на одной бирже. Поэтому в целом вся негативная ситуация, которая сейчас складывается, она сказалась на оборотах всех клиентов, в том числе и клиентов, которые торгуют на инвестиционных счетах. В первом квартале года жители Башкортостана держали на брокерских счетах 78 миллиардов рублей. Это даже на 16,5 миллиардов меньше, чем по итогам четвертого квартала прошлого года. При этом количество индивидуальных инвест-счетов, напротив, увеличилось. Если на конец прошлого года жители Башкортостана открыли 675 тысяч счетов, то в первом квартале этого 768 тысяч.